Всем привет, дорогие друзья! На коне опустился вечер, и мы наконец-то идем на представление, даже не могу это назвать представлением, на действо вращающихся дервишей. Идем мы в культурный центр Кони. Кстати, кто хочет, может приехать в Конью. И каждую субботу в культурном центре Мевлана, недалеко от музея Мевляны, в 7 часов, это бесплатно, это представление бесплатно. Зал вмещает 2000 человек, говорят, что это что-то невероятное. Каждую субботу в 7 вечера. И в декабре месяце, 17, по-моему, с 10 по 17 декабря в Коне проходит фестиваль Мевляны. И тогда вы также можете приехать и посмотреть на вращающихся дервиш. Но в этом году на фестиваль я решила не ехать, а решила приехать в более спокойное время. Кто такие вращающиеся дервиши? Кто такие суфи? Кто такой Мевляна? Я вам расскажу чуть позже, когда уже приду в центр, культурный центр, и займу место, самое лучшее место, которое я хочу занять. И тогда я вам расскажу. Ну а сейчас мы проходим мимо музея Мевляны, мимо мечети старой. Ее мы посмотрим завтра днем. И идем по направлению к культурному центру. Посмотрите, какая красота. У меня уже есть видео про культурный, про музей Мевляны. Сейчас он, конечно же, закрыт. Подсвечивается невероятно красиво. Но днем, возможно, мы сходим завтра, если у меня будет время. А так, оставлю ссылку в описании под этим видео. На улице температура близка к нулю, мне кажется, уже даже минус. И в предвкушении бегу скорее в культурный центр Мевляны в Коньи. Я давно, кстати, мечтала попасть на фестиваль вращающихся дервишей в декабре месяце. Но видите, вот так вот получилось, что приехала я в ноябре. Но это не меняет ничего, потому что это все было спонтанно. И, как вы знаете, мечты имеют свойство исполняться очень спонтанно. На улице никого нет, только какие-то странные парни ходят. Ну, в общем, я бегу. Культурный центр Мевляны уже виден. Вот эти вот конусы. Это культурный центр Мевляны. Ой, какая здесь красота, ребята! Я даже не думала, что здесь так красиво. Особенно ночью, когда все подсвечивается. Очень атмосферно. Здорово. Сейчас главное, чтобы у меня получилось сесть на хорошее место и самой посмотреть и вам показать это таинство. Да, не представление, а именно таинство вращающихся дервишей. Старое медресе. Нет, не старое. Построено в 2008 году, но очень красивое здание. Наверное, входит в комплекс культурного центра Мевляны. Все подсвечивается невероятно красиво. Также показаны все основные достопримечательности Коньи. Я надеюсь, что я иду в правильном направлении. Мне кажется, мне нужно туда пройти между домов. В общем, центральный зал находится где-то позади. Ой, друзья, прям таким древним востоком веет. Так, посмотрим, где наш самый главный зал. О, а как туда зайти? Так, что-то я потерялась, мне кажется.
не знаю, куда идти. Нет, мне надо идти по направлению вот того круглого здания. В общем, я хожу здесь, глазею на все эти красоты. И, видите, идет парк какой-то. Наверное, готовится к церемонии. Посмотрите, какая красота. И, кстати, вечером это выглядит просто невероятно красиво. Очень чистый, ухоженный город Конья. Многое ремонтирует, многое строит, многое перестраивает, реставрирует все исторические памятники. Потрясающе. Да. Вот наше здание. Куда нам нужно идти? Так, я опять потеряла из виду то здание, в которое нам нужно идти. Вот сюда, наверное. Вот он, культурный центр Мевляны. Я не знаю, какого года это здание, но, скорее всего, что это не такая же старая постройка. Видите, народ тоже постепенно подходит. И вот под этим главным куполом будет проходить все таинство, на которое я так спешу. Мы уже зашли в сам зал. Друзья, я надеюсь, что внизу все-таки остались места. Вот такой вот он огромный зал. Так, нужно посмотреть, где сидят местные, чтобы понять, где лучше всего сидеть. Я уже пришла, села. До представления осталось 20 минут, но, как вы видите, зал не полный. Мне сказали, что зал будет полный. На самом деле зал не такой уж и полный. И сейчас я вам расскажу о том, точнее, прочитаю с интернета, о том, что такое танец дервишей и кто такие суфии. Так вот, танец дервишей – это кружение, и танцующий не делает движения руками. Танец может продолжаться 10 минут, а здесь, говорят, он продолжается целый час. Традиция сама восходит к 13 веку, началом которой стал Джалаладдин Руми, персидский философ и поэт. Танец дервишей изначально был храмовым ритуалом, действом для посвященных. Чтобы быть допущенной к сема, танец дервишей называется сема. Монах 3 года проводил в монастыре в жесткой аскезе. Первый год он служил ближним, второй – Аллаху, третий – совершенствовал свою душу. Это не просто религиозное действие, это уже культура. И так получилось, вот видите, даже здесь написано, так получилось, что закрытый ритуал оказался чрезвычайно зрелищен. И в нем очевидна художественная ценность. Ни у одного танца нет столь странных костюмов. Дервиши танцуют в высоких красных шапках, белых длинных платьях с очень широкой юбкой, а черную накидку сбрасывают в начале танца. Так вот, что же означает белое одеяние? Это саван. Шапка означает могильную плиту, а накидка – гробовые покровы. Танец дервиши – это размышление о мире, драма смерти и возрождения. Недаром бренные гробовые покровы они сбрасывают в самом начале танца. Также положение. Обратите внимание на положение танцующего, когда вы будете смотреть. В центре главный дервиш, он символизирует солнце, а остальные дервиши символизируют планеты. Одна из их рук обращена вниз, к небу, другая к низу, к земле. В трансовом состоянии дервиши, закинув голову, могут кружиться долго, что, кажется, такого не может быть, нет таких человеческих сил. Но когда танец заканчивается, дервиши падают на колени, и опять начинает играть музыка, и опять они кружатся, и кружение будет продолжаться. Историю суфизма и кто такие суфи вы можете почитать, конечно же, в интернете, и очень много информации, но скажу кратко, что суфизм – это одно из направлений ислама, с помощью которого люди познают Бога через любовь. Цель суфизма – сделать человека совершенным, которого не интересует мирская суета, он возвышается над всеми отрицательными качествами своей сущности.
Также суфии живут среди нас, они не отшельники, они едят, ходят на работу, но они свободны и не забывают, служат другим людям, развивают у них положительные качества и живут среди нас. Суфизм как отдельное направление мусульманской философии начал формироваться в 8 веке нашей эры. И далее в середине 12-13 веков начали активно формироваться суфийские братства. И далее уже в 19-м начале 20 века из-за изменений хозяйственной и культурной жизни на Востоке суфизм начал терять свои позиции. И одним из ярких представителей суфиев является как раз Мевляна Джалаладдин Руми, изречение которого о мире, о Боге, о любви, о людях, о жизни вы можете почитать во многочисленных источниках. Обязательно почитайте, я думаю, что вас это вдохновит. Ну а сейчас мы ждем появления дервишей. Thank you.
таинство закончилось, друзья. Я думаю, что вы видели все и даже больше, чем себе представляли. Поэтому что за вами остается? Только если хотите знать больше про дервишей, про суфиев, то смотрите в интернете, читайте про них книги. Ну и, конечно же, приезжайте в Хонию. Вход в этот зал бесплатный каждую субботу в 7 часов. И, конечно же, на праздник, на фестиваль Мевляны. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Я под большим впечатлением. Буду отдыхать. И встретимся уже с вами в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.